Всем привет! Продолжаем гулять по Петербургу, выставки. Музей Эрарта представляет выставку Петра Надводнюка «Желание разгадать мир как сложную головоломку, выраженную через гротескную живопись». Выставка называется «Феноменология восприятия». Я зачитываю анонс выставки. Петр Надводнюк – загадочный художник. Его картины строятся на игре подобий. И зачастую перед нами возникают прямые визуализации метафор, как, например, изображение распространенной прически «Конский хвост» в виде лошадиного крупа, покоящегося на затылке незнакомки. Прием и форма, когда все объекты обведены черным контуром и ровно залиты базовыми цветами, роднят работу Надводнюка журнальной иллюстрацией или даже карикатурой. Большинство образов основано на формальном внешнем подобии, но иной раз оно подмечено столь удачно, что простота и плакатность изобразительного языка могут прозвучать как поэтическая строка. Гротескные персонажи картин настаивают на комизме этого художественного мира. Петр Надводнюк возвращает повседневную сказку, расколдовывая предметы. Он, как Андерсон, умеет послушивать консервные ножи и знает, чем занимаются кузнечики в высокой траве. Ну вот, так написано в анонсе к выставке Петра Надводнюка «Феноменология восприятия». Она проходит в музее Эрарта. Рекомендую сходить в этот музей. Получите удовольствие. Пока-пока. Всего хорошего. До свидания.